Ближний Восток не зря сравнивают с пороховой бочкой. Неосторожно брошенное там слово, словно спичка. А уж когда переходят к делу, тут уж точно пиши пропало. Правящие в Саудовской Аравии сунниты дали веский повод для бунта. Казнили богослова Ан-Нимра, почитаемого мусульманами-шиитами. После того, что произошло, мы считаем, что самый большой враг ислама не Америка или Израиль, а Саудовская Аравия. Гневные акции протеста моментально всколыхнули регион, прокатившись по десятку стран. Больше всего аравийской монархии досталось от иранцев. Саудовское посольство в Тегеране толпа разгромила и спалила, забросав коктейлями Молотова. Аналогичная картина во втором по величине иранском городе Мешхед. Там сгорело консульство Саудовской Аравии. Власти Исламской Республики официально осудили нападение на диппредставительство и даже арестовали некоторых участников погромов. Но в своей реакции на казнь проповедника проявляют единство с народом. Казнь Ан-Нимра – это преступление, большое преступление и еще чудовищная ошибка, потому что кровь невинного лежит на саудовских правителях. Их ожидает ад и священное возмездие. По версии Тегерана, от шейха Ан-Нимра избавились как от яростного критика саудовских властей. Он последовательно выступал за конституционные реформы и права религиозных меньшинств. В Эр-Рияде же имама признали виновным в подстрекательстве к массовым протестам и беспорядкам и не видит ошибки в том, что смертный приговор был приведен в исполнение. Силы безопасности в королевстве никогда не будут сомневаться и будут преследовать тех, кто совершает террористические акты, вступает в группировки или поддерживает их. Эти люди узнают, что такое настоящая справедливость. Конфликт двух влиятельных соседей вполне ожидаемо вышел за пределы Ближнего Востока. Генсек ООН Пан Ги Мун через своего представителя сообщил, что удручен казнью, а сам судебный процесс над Ан-Нимром вызывает много вопросов с точки зрения справедливости. Казнь и ее последствия встревожили и Европу. Руководство ЕС призывает стороны к сдержанности и примирению. Особый случай шейха Нимра Ан-Нимра вызывает серьезные опасения в том, что касается свободы выражения мнений и уважения основных политических и гражданских прав, которые должны гарантироваться во всех случаях, в том числе в рамках борьбы с терроризмом. Этот случай имеет потенциал дальнейшего разжигания напряженности, которая уже приносит столько вреда для всего региона с опасными последствиями. Не остался в стороне и главный заокеанский союзник Саудовской Аравии – США. В Белом доме призвали Эр-Рияд снизить межконфессиональную напряженность и навести порядок с соблюдением прав человека. А Иран и Саудовская Аравия тем временем успели обменяться нотами протеста и теперь готовятся к высылке дипломатов. Евгений Зубков, Олег Дамер, телекомпания НТВ.